И здорово всем! С вами Санёк, сегодняшний босс по игре Bloodborne. У нас второй по счету, это отец Гаскоин. Один из основных начальных боссов, это, наверное, второй по счету. Вы его не пропустите, он идет по сюжету, мимо него пройти нельзя. Такое небольшое вступительное видео, давайте посмотрим, как он на кладбище орудует своим топором. Это один из охотников, который стал зараженный, как и все вокруг. Кругом чудовище. Ты станешь одним из них рано или поздно. Приятный такой человек. Так, ну если вы помните и вы проходили, дошли до него и получили шкатулку от девочки в окне, это их дочь. Как я вам расскажу, отец Гаскоин, это ее отец. Как-то странно звучит, отец Гаскоин, это ее отец. Вот, мать мы найдем здесь, она будет лежать уже мертвая. И поэтому та девочка, если вы помните, в окне нам дала шкатулку. Она нам поможет в бою, вы посмотрите. С помощью нее можно шломить босса, ну, на один раз всего. Ну, а сейчас пока первая фаза босса, ничего сложного нет. Уворачиваемся, бьем. По возможности не подставляемся под его пистолет, чтобы он не смог нас оглушить и провести крит с большим уроном. Пытаюсь его тоже подловить, но в этом деле я никогда не любил, так сказать. Ох, какой удар. Ладно, продолжаем бегать. Я хотел сказать, что ловить на крит не мое. Пытаюсь ловить, но не очень это люблю. Проще лучше так драться. Здесь нам помогают могилы, пока в первой фазе он их разрушить не может. Поэтому следите, что будет дальше. Уже могилы нам так просто не помогут. Что это за запах? Так, мне кажется, скоро уже начнется вторая фаза. Сладкая кровь, она поет мне песню. Но насколько все-таки офигенные каждые битвы. Они просто, я не знаю, и музыка, посмотрите, и фон какой. Где это происходит все, насколько все круто продумано. Все-таки разработчики данной игры, как и Dark Souls, умеют делать красивые шедевры. И реально это эксклюзив, который стоит того. Перешел на вторую фазу, я почти снес ему 2/3 хп. Обычно он на... переходит на первую половину. Вот включаем шкатулку, смотрите. Он такой немножко шокирован, оглушен, потому что музыка ему знакома. Все-таки это была шкатулка его дочери. И пока он тупил, мы большую часть его хп выбили под эту шкатулку. Очень удобно и хорошо. Так, ну тут он начинает звереть, нужно поэтому аккуратно действовать. Он может нас выбить очень быстро, нельзя подставляться. Вот видите, два удара я получил, и считайте при смерти. Еще бы один пропустил, умер бы сразу. Такой сумасшедший становится, начинает все подряд крушить. Ну, осталось буквально ему два удара. Сейчас добиваем его, и на этом бой закончен. Я думаю, этот видос вам помог. Вот, я думаю, вы также его пройдете очень быстро, этого босса, не будете напрягаться. Все, он уничтожен. Великолепный бой, великолепная победа. С вами был Санек, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому понравилось. Следующий видос не заставит себя долго ждать. Всем удачи, всем пока.